Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь Казуку Фэмили вместе с Персиком. Всем здорово, ребятки. Не обращайте внимания, что не так светло, потому что утро. Я решил записать утром продолжение новеллы, так что полный вперед и погнали. Всем приятного просмотра. Это, я так понимаю, мы смотрим про... про Сэм. Она Сесилию встретила. Теперь все понятно, в принципе. Почему и Барретт этот приглянулся в тот момент? Короче, нам еще прилично проходить. Так что... А, в тот момент она называлась Чес. Интересно. Мне, кстати, интересно, а на этом телефоне... Очень странно, я думал... На всех телефонах есть... Фонари. А, ну пофиг. Продолжаем. Так, я хотел скрин сделать, по-моему. Репутация своей школы. А, и 18, боже. Да, Сэм хитрая, конечно.
Математика. Такс. Наглая. Хитрая, наглая, Сэм. О, прикольно, прикольно. Тоже можно скринчик сделать. Thank you.
Прикол. Отец. Такс. Синяя. А, это в тот момент, когда они пересеклись.
Все это уже было в прошлой части. Так. Так, хорошо. Так. Да, я так понимаю, что он... Не покажут, что ли? Я вот не помню, это похожая сцена или нет. Ой. Так, а эта галерея уже какая это? По счету. Почему два остальных не открывается? Чё за хрень? У меня два последних, два не хочет каких-то открываться. Это странно. Это очень странно. Музыка повторяется.
понятно, это повторяет одну и ту же ситуацию. Ё-моё. Ну это то, что она сейчас свалит. Это мы знаем. Перемотка вперед. А это теперь, я так понимаю, обратно Мишель, да? Мистер Джоуи.
Зачем мы с Джоей в ресторан идем? Очень странно. Прожилки. Ага, то есть нам дается выбор идти или сидеть с пацану, с пацанчиком, да? Так. Давайте на двойку выбора ставим. Ну понятно, по какой цепочке мы сейчас пойдем. Так. Пойдем за Сэм. Ну, мы за ней, наверное, пойдем. Да давай за Сэм иди. Давай быстрей. Вот, наверное, пересечение идти или не идти. Но я так думаю. Это, наверное, тоже можно сделать.
Так. Так. Ну, это реально круто. В принципе. Так. Но это вряд ли концовка, наверное.
Так. Так. Готовить, короче, будет. Интересно. Но эта концовка, в принципе, нормальная должна быть. Быстро она. Отец научил. Thank you.
Так. Интересно. Бля, я даже доказываю, чего она хочет. Так. Все же логично, как ясный день.
Так. Наугад. Понятно. Куда они поехали? По магазинчикам, короче. Шикарно выглядишь. Прикольно.
Такс. Подбор, конечно, одежды, блин, но это вообще капец. Как же много тут суеты, а? Много суеты. Ну, городок красивый. Тут не поспоришь. Так. Чё там галерея теперь открылась? Три картинки бы оставалось. Я просто не могу понять, это финал или нет. Вообще. Ну, похоже, конечно, на концовку. Ну, что-то было слишком быстро для концовки. Чего? Одноразовый фотоаппарат такой есть? Офигеть. Охренеть, одноразовый фотоаппарат, я даже о таком не знал. Так. Давай, думаю, да.
Так он же одноразовый фотоаппарат. Или там на несколько снимков предназначено. Непонятно. На паром, нифига себе. Круто. Это что, реально концовка? Может и нет. Может, еще и не концовка. Калифорнию, нифига себе.
Так. Так, в общем, это тоже была интересная серия, ребятки. Как бы... Прискорбного не было, но, наверное, мы на этом закончим, чтобы осталось еще несколько прохождений. Где-то осталось, может быть, от силы 2 или 3 прохождения. Не забывайте про лайки, спасибо за комментарии, приглашайте друзей, ставьте колокольчик, лайки, комментарии тоже, друзьям советуйте. С вами был Казуку Фэмили и, конечно же, Персик. А всем до скорого, всем спасибо за внимание, ребятушки. Мы показываем вот такие необычные игры, несмотря на то, что у нас сложные обстоятельства. А всем до скорого, всем пока-пока.